Канал «Точка зрения», перемещаясь во времени, представляет. Минутная машина времени. Простите? Вы не против, если я... Это свободная страна. Да, точно. Что это? А, ничего. Это случаем не минутная машинка времени? А? Так написано. Минутная машина времени. Черт. Простите? Вы не против, если я... Это свободная страна. Да, точно. Что это? Ну, это точно не минутная машина времени. Блять. Коробка для еды. Странно. Люблю странности. Круто. Я Лейнс. Я Джеймс. Джеймс. Вы пытаетесь меня снять? Нет, перестаньте. Вы так сильная девушка. Вы пытаетесь меня снять? Да. Я... Ну... Я пытаюсь, да? Пытаетесь жестче. А... Привет. Жестче. Кофе? Жестче. Ужин? Мы можем вернуться ко мне. Что уже? И займемся любовью. И хорошенечко выебемся. О, ну наконец-то. Как же надоело вытягивать откровенные желания. Я хочу, чтобы ты отшлепала моего малыша по яйцам. Ну же, я думал, ты... Нет, нет. Я хочу отшлепать тебя. Мы идем прямо сейчас. Оу. Эй, тебе нравится наука? Наука. Для моей 5-летней племянницы это наука, а я доктор наук по квантовой механике. О, да ты увлекаешься теорией квантовой механики относительно восприятия времени, географии, Вселенной и космоса? Да. Какая твоя любимая часть? Жопа. Что? Ах да, мы же о науке говорим. Путешествие во времени. Моя тоже. Захватывающая и одновременно страшная до усрачки. Я знаю. Подожди, стой, почему? Ну, ты читал о практическом применении? Ну, конечно, я читал главу по практическому применению. И? И? Сейчас я нажму эту маленькую красненькую кнопочку. Что? Простите, кто вы? Что вы делаете с моей книгой? Тише, я ее быстро прочитаю. Не переживайте, я очень быстро. Что? Где-то здесь. 95 страниц? Да ну нахуй! Нет, вообще-то я это не читал. Я был занят действиями, а не чтением. Действиями? Действиями? В смысле, практические действия по перемещению во времени? Вы использовали ее? Не знаю. Может быть. Для меня? Вас это пугает? Нет. Нет. Это вообще-то... Это прекрасно. Вы так думаете? Да, мужчины никогда не боролись за меня, а тут даже отдали жизнь. Простите, умереть? Нет, я все еще жив. Да, ну не конкретно ты, но это же основная глава, помнишь? Путешествие во времени невозможно. Как это невозможно? Я же сделал это. Нет, каждый раз, когда ты жал эту кнопку, ты создавал копию себя в параллельной вселенной с разницей в одну минуту. А твое настоящее тело умирало в этой предыдущей вселенной. А. И сколько раз? Я не знаю. Наверное, 16? Помогите, помогите! Кто-нибудь! Так, так, хватит, вы уйдите! Очнись! Очнись! Помогите! Черт! Кто-нибудь помогите, он меня щупает! Ладно, ладно, очнись. Я убил себя 16 раз. С другой стороны, ты единственный самоубийца, которому удалось выжить после мультисуицидов. Это круто. Эй, слушай. Давай пойдем ко мне и забудем все, что касается этой дурацкой коробки убийцы. Коробка убийца? Суицидальной машинки, неважно. Какая разница? Это был не ты. Это были они. Я не могу. То есть,
И как теперь я буду жить с этой новостью, которую сегодня узнал? Я... Черт. Джина номер два, скажи мне за это спасибо. Какая твоя любимая часть? Путешествие во времени. Моя тоже. Захватывающая, одновременно страшная, да. Страшно, да? Продолжай. Нет, ничего. То есть, мы же не говорим от какой-то межпространственной коробки убийцы или как-то там... Что? Черт. Фильм переведен и озвучен каналом «Точка зрения» в 2015 году. Роли озвучивали Анатолий Федоров, Яна Эристави и Дмитрий Фишер.